Ну что, короче, вышел я с ворот спорта, все, сразу же я оказываюсь в таком замечательном месте, где много парусных судов. Ну и продвигаюсь к центру праздника, там еще музыка до сих пор играет. Постараюсь показать, передать всю красоту немецкого порта Стралсунг. Стралсунд. Вообще сразу чувствуешь, что ты в Германии. Здесь, конечно, уже атмосфера совсем другая. Сейчас зайдем куда-нибудь в чипок, выпьем чего-нибудь. О, подходим к байкерам. С Харли Дэвидсон. Харлеи стоят, Харли Дэвидсон. Эйти кубик инчес. Такой вот транспорт. Народ гуляет, отдыхает, короче. Сейчас я тоже куда-нибудь сяду. Живая музыка. Блин, классно быть моряком все-таки. Только что был на судне, а уже попадаешь, короче, на праздник. Vielen, vielen Dank. Danke, 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 danke. Also so, so schön, das so zu hören. Und ich glaube, wir müssen im Winter wieder Songs schreiben. Ja, dieses Potenzial ist tatsächlich wohl auch noch da. Wo bist du hingerufen? Wir zwei. Naja, da kommt die Simone Fans durch, ne? Die Simoni. Okay. Так, пора на разлить пиво. I'm ready.
Sehr schön. Okay, also das waren so die guten alten Hard-Rock-Heavy-Metal-Zeiten. Was? Ich fang an, ja. Ah, schön. Achso, du stimmst noch ein bisschen, ja? Dann mach ich ein kleines Vorspiel, ja? Махали рукой туристам. Ну а вот мой пароход стоит. Короче, немец вообще нормально отжигает. Мне очень нравится. Он исполняет английский рок. Тяжелый металл. Вообще классно. Вот-вот-вот. It is ropes. It's no problem. А! I catch it. Зашел я в ресторан, короче, может здесь карты можно расплатиться. С корабля на корабль. Excuse me, where? Бармен. Yeah, I won't buy a beer. Yeah, when you look at the bar. Yeah. Yeah, you go down this way. Okay. And the right side. Okay. Hello. 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 Possible to pay by card?
By what? By card. No. No? Sorry, no card, just cash. Oh, I'm good. I'm sorry. Okay. So, wir gehen jetzt langsam mit der zweiten Route, das heißt, wir müssen gehen. Короче, мне сегодня не напиться здесь. Налички нету. So, beim nächsten Titel brauchen wir wieder eure Mithilfe. So ein kleiner Titel, den haben wir uns mal durch Zufall einfach mit ins Repertoire genommen. Ihr müsst vier Wörter euch einprägen. Erstes Wort Mensch. Zweites Wort Leben, drittes Wort Tanzen und viertes Wort Welt. Wir machen es mal kurz zusammen. Erstes Wort war? Sehr schön. Zweites Wort war? Genau, das nächste Wort war? Tanzen. Richtig. Und das letzte Wort? Globus. Genau, sehr schön. Okay, Menschen, Leben, Tanzen, Welt. Ein wunderschöner Titel und ich werde euch Bescheid sagen, wenn es dann losgeht. Und dann wollen wir euch richtig hören, ja? Also macht uns jetzt glücklich in die letzten paar Minuten, okay? Yeah. Was du hast, können viele haben, aber was du bist, kann keiner sein. Es ist ein schönes Gefühl, zu wissen, dass du da bist. Ich brauch mal wieder Zeit mit dir, das Schwarze mit der blonden Seele, der gute Stern. Thank you.
Von da hinten, geil, toll. Короче, уже пятый бар прохожу и нифига не могу расплатиться картой. В общем, наличка нужна в любом случае. Не знаю, во всех ли так немецких городах сейчас. И банкомата вообще никакого нет. Туристический, как бы, считается этот город. Вот. К сожалению, вот такая система у них. При большом желании ты не напьешься. Пойдем посмотрим большой парусник. Он просто прекрасен. Длина у него примерно 70 метров. И огромные мачты. Блин, чувак этот исполняет, конечно, классно. Я его вот здесь слышу снова. Правда, уже поет немецкие песни, я ничего не понимаю, о чем. Но чувствуется ритм. И именно вот с душой поет человек. Официант даже зажигалку принесет. Big thank you. Russian туристов. Все, ребят, жизнь удалась. Спустя час я купил пиво и дали мне сигарету. Немцы угостили. Marlboro.